Переправа заняла у нас всего 10 минут. Доехали с комфортом, даже лучше, чем в маршрутке. Странно подумать, а ведь раньше люди добирались сюда часами. Наталья Саляхова ездит из Рождественна в Самару на работу каждый будний день. Говорит, в селе возможности для заработка почти нет. Если бы не курсирующие в сторону города аэроводки, о трудоустройстве в городе пришлось бы забыть. Было по-всякому, на вертолете летали, все было в нашей жизни. А сейчас-то кроме этой дороги больше вообще ничего нет у нас. Мы отрезаны от мира. Пассажиров перевозят по зимней «Волге» 8 аэролодок. Еще в том году воспользоваться услугами этого транспорта можно было только на речном вокзале. Теперь люди могут добраться всего и от Ульяновского спуска Самары, а также уехать из областного центра в Ширяево. Главное, что это быстро и безопасно. Аэролодки легко летят вперед, почти паря над ледяной поверхностью реки. Сегодня первый день работы нового маршрута, Ульяновский спуск Рождественна. Линия функционирует по рабочим дням, в часы пик. В 2016 году при поддержке правительства Самарской области за счет средств областного бюджета было приобретены новые суда на воздушной подушке из числа современного судостроения. Это суда типа «Нептун», имеющие пассажироместимость 21 человек. Сотрудники пассажирского предприятия не исключают организации новых социально значимых маршрутов в будущем. Все будет зависеть от их востребованности. Ведь открыть маршрут от того же Ульяновского спуска просили сами жители. Попросят снова, к ним прислушаются. Сергей Ромашов, Станислав Левин, «События».